Девчонки, всем привет! Начинаю новый влог. А начать его хочу с распаковки. Сейчас курьер привез посылку, причем я долго думала, что это на самом деле. Она какая-то без опознавательных знаков, какой-то службе доставки, которую я в принципе не знаю вообще. Первый раз с такой столкнулась. И это оказался коврик для ползания. Слушайте, я заказывала коврик для ползания за 1000 с небольшим рублей. Если вам нужна будет ссылка, я вам оставлю тогда. Напишите, я вам в прикрепленных сообщениях на голове, хрен знаем, что мы так недавно проснулись. Всем привет. Привет. А я думала, что он придет 1 июля. Да, была на Алиэкспресс. Почему-то на какие-то товары есть быстрая доставка. Мне девчонка говорила, знакомая, что от суммы зависит. Если у тебя там больше 1000, то они быстро доставят. Мне кажется, нет. Это просто сейчас... Я выбирала, когда искала коврик, быструю доставку. Очень долго выбирала, потому что аналогичный коврик на Озоне, на Вайлдберрисе от 2500 до 2600. И девочка, которая недавно рожала, у нее тоже вот такой коврик. Есть, и она его брала на Wildberries где-то за 2900. Я нашла абсолютно такой же за 1100 размером. Так, Катя, он освобождай пол, коврик после своей кровати убирай. Я нашла размером таким же 2 на 150. Да, это такой вот он поролоновый, моющийся. В общем, сейчас мы будем вместе с вами распаковывать. Мне очень интересно. Буду их на пол прям отправлять. Вдвоем. И пусть там играются. Да, должен быть на все наше свободное пространство. Он сейчас посмотрит. Так интересно. И приходит курьер. Точнее, я просыпаюсь, и курьер звонил. Смотрю, пропущенный. Я звук отключаю, естественно, на ночь. Смотрю, смс приходит. Вам посылка привезти. А вот это вот компания. Ну да, привезти. Она у меня оплачена сразу. Смотрю, оплаты нет. Но не могу понять, что это. Потому что там не пишет служба доставка, откуда это и что. В общем, сейчас пришел дедушка бедненький такой вот и принес. И я смотрю, это коврик, ну, судя по размерам. Вот. Она сама посылка. Да, давай, открывай. Ну, режь. Только сам коврик не порежь аккуратненько. Вот так надрежь, положи ножичек на стол. Ага, на диванчик. Вот, и давай вскрывать. У нас тут мелочь в шезлонге спит. Ага. Поэтому мы стараемся... Ну, хотя мы стараемся шуметь, наоборот, чтобы ее не приучать и все дела. Но она сейчас капризничает. Сегодня у нас смена погоды, грозу обещают. Чуть попрохладнее, сильный ветер, и она прям капризная. Со вчерашнего вечера капризная, невозможно. Мы ее уложили. Так. Ага, снимай. Так. Сейчас мы, наверное, с тобой, знаешь, что полы сначала подотрем. Я сегодня полы еще не мыла. Сейчас я полы промою в зале, и мы его постелим. И покажем вот так вот, как он выглядит. Там несколько расцветок, а он еще в упаковочке. Так. В такой сумочке пришло. Классно, с ручками. Блин, у нас такой ветер, вообще все колышется дома. Обалдеть сейчас. О, сейчас бабахнет дверь. Бух, бабахнула. Ладно. Давай, как сумочка у нас открывается? Замочком. Замочком? Давай, открывай. Я пока дверь открою. Разворачиваем. Давай сюда. Так, давай. Дальше разворачиваем. Ой, какой длинный. Давай на меня сюда чуть-чуть, да. Так, дальше разворачиваем. Вот так. Ой, смотри, какой большой. Какой классный. Так, пододвигай. Ну вот он у нас как раз от этого стола почти до дивана. И в ширину тоже чуть-чуть. А ты уже проверяешь, как на нем ползается? Да, ну классный? Ну классный, слушай. Вообще все идеально, смотрите. С другой стороны какой? Он заявлен толщиной. Сейчас, подожди, котенку покажу. 0,5. Они есть и 1 сантиметр. Они подороже. Мне кажется, 0,5 вообще достаточно. Он такой, видите, моющийся. Ровненький. Вот тебе доставочка Алиэкспресс, пожалуйста. Все прекрасно. Да, здесь у нас, смотри, что Baby I Love You. Ну-ка, дай попробуй ножками. Подожди, Катя, дай попробуй ножками босиком. Ой, как приятно по нему ходить. Слушайте, какой звук? Такой коврик сейчас летом можно брать с собой на природу. То есть выпускать ее, и она будет ползать. Ну, когда сейчас уже начнет ползать. Потому что я ее очень часто уже с рождения выкладываю на живот. Она у меня на животе уже держит головку, поднимает, смотрит по сторонам. То есть и на природу можно брать, и все. Вот такой здесь с этой стороны принт. Да, такой вот он. Сейчас покажу вам целиком у коврика, да, вот у нас он. То есть 1,50 м на 2. Вот такой принт с другой стороны. Здесь зайчики, белочки. Какая-то что такое? Это какая-то, смотрю, выемка такая, да? Зачем она нужна? Смотрите, в качестве вообще никакого нарекания, потому что там на Алиэкспресс много ковриков, которые потом в отзывах все какие-то мятые. Да, тут тоже выемка какая-то. Ага. Ну, классный коврик. Тебе нравится, котен?
Вообще, ну вот самая такая нейтральная расцветка, потому что там были еще мальчиковые, такие синие расцветки с автобусами. Ну, очень яркая. Мне кажется, вот это вот прям такая нейтральная такая расцветочка классно складывается в сумочку. Взял с собой на природу. Прям, слушайте, вообще, я довольна за 1000 рублей. Говорю, один в один, коврики даже меньше размером. Приятно, конечно. Один в один коврики размером на Wildberries и Озоне. В 3 раза дороже, девчонки. Даже не в 2, практически в 3 раза дороже. Поэтому, конечно, конечно, круто. Это, кстати, не реклама, ничего не подумайте. Это вот то, что нам было надо. И по нему тепло ходить, да. Они называются как термоковрики, правильно, что ли? Они есть разные. Есть вот такие моющиеся, а есть... А? Массаж, да. Массаж, да. Например, проявился либо кофе, или какао, да, просто вытирается. Да, он ничего не должен впитывать. Это что-то типа, мне кажется, материала Эва. В общем, я довольна. Он пришел идеально ровненький, без каких-либо там изъянов. Вообще классно. Супер. И на нем стоять тепло. Даже если вот сейчас я встану на ламинат рядом, то он прохладный, ламинат. Еще ветер, сквозняк у нас. А на него встаешь, и он теплый. Классно, вообще супер. То есть малышу ползать не расползится. Кот что-то нашел. Скажет, что это такое? Что за коврик у нас появился? Душа у ребенка требует экспериментов, поэтому мы сейчас будем проливать остатки моего утреннего кофе. Давай я буду проливать, котят, а ты вытирать. Но она тут, правда, с молоком у меня. Ну вот, допустим. Ой, боюсь, я как много ливану. Ну да, все сразу, вот еще капелька, котят. Как бы, я думаю, что ни от грязи, ни от чего следов оставаться не будет. Все вытер, все голопопиться на нем можно. А пысает тоже ничего страшного. Протер и все. Ну, классный такой материал. Да. Супер. Да. Макс, что ты там нашел? Максик. Я думаю, это животных. Ты животных увидел? Ты думаешь, ты в лес попал, да? Угу. Тигр наш комнатный. Максик, Максик. Кс-кс-кс. Очень. Максик. Сладкий, сладкий. Какой у нас ураган сейчас пронесся вообще. Но дождик уже кончается. Думаю, что ж у меня ребенок капризничает. Сегодня обещали прям сильную грозу, но ветер вообще сильный, то он утих еще. Сейчас видите, как деревья качаются. Так, покажи нам фокус деревья. Прям вообще я еле успела окна закрыть. Все сметало с подоконников. Но еще пока вот гром, молния. Сегодня еще 27. Жарко, душно, невозможно дома. А завтра уже обещают 22. Будем чуть-чуть прохлаждаться. Поехала на почту за посылкой, а тут такое светопредставление, как раз когда я в машину села. Вообще капец, хотели вместе прогуляться, но начался ураган. Вот первый дождь за последнее время, и завтра похолодание до 22, на такой холодочек. Уже люди без зонтов ходят под дождем. Ну воды уже капец, сейчас видите, что творится. Дворники не справляются даже. Тут уже потоп. Вообще просто. И облажной. Нигде ни просвета, ничего не видно. Ну ладно, завтра к нам придет холодок наконец-то. И нам станет немножко полегче. На время. К выходным 26-25. Но я люблю вот больше всего 26-25. Это вообще капец. Выхожу возле почты из машины, проезжает машина. И меня, короче, катило до пояса. Я вся насквозь просто. Ну это кайфово в такую жару, если честно. Сейчас встретила на светофоре молодежь, переходящую дорогу. Так они разулись и шли босиком. Как я их понимаю. Вообще, ну такие лет по 20. В общем, забрала посылку, там у меня пришли тапки летние. Первый раз заказывала Shop and Show, девчонки, сайт называется. Это мне подружка моя сбаламутила, говорит, ой, там такие слепоны дешевые. На сайте зайди, посмотри. А я вот, у меня есть одни любимые мои тапки, в которых я почти все лето лазю. И в магазинах я таких не вижу. Она говорит, зайди, посмотри. Но я не такие, другие выбрала там вообще за 399 рублей. Правда, доставка у них 299 рублей. И соседка моя заказала себе тоже тапки красивые. Там вот по 200, по 100 с чем-то рублей есть тапки летние. По 300, по 400. Когда остается какой-то один или два размера, у них вот идут хорошие цены. Там одежда, по-моему, есть. Я не лазила по всему сайту. У меня была цель тапки. Мне одни понравились. Я вот их заказала. Через несколько дней пришла посылка. Там ее тапки и мои. Потому что два раза платить по 300 рублей за доставку вообще смысла нет. За тапки, которые тоже стоят 300 рублей. Вот. Я их потом вам покажу. Тогда сейчас не буду распаковывать, потому что дождик еще капает. Но уже почти кончился. Вот, и потом пойду в них щеголять и скажу вам тогда, как да что. Девчонки, топушки. К
кстати, классный по размеру. 40-й я взяла, но можно было, конечно, 39. Тут есть еще небольшой такой запас. Ну, красивенький. Это искусственная замша с дырочками на лето. Вот так вот они выглядят. Сейчас сниму, покажу. Че тут ножка торчит. Стелька влезает. Стелька какая-то тонкая, тканевая, блин. Она все время будет вылезать. Ее либо надо приклеивать, либо совсем убирать. Я уже знаю такую обувь. О, смотрите. Подошва. Ты хочешь мои померить? И вот такая вот искусственная замша. Цветочки. Ну, вроде сделано добротно. Нигде вот ни следа косяков никаких нету. Такие симпотные. На лето гонять. Люблю такие топульки. Приехала доставка из магазина «Перекресток» впрок. Сейчас покажу вам, что заказала. Очень люблю этот магазин и эту доставку. Они, кстати, нам возят в Тулу из Москвы. Представляете, он там от 3000. Но у них классные акции, огромный выбор. Поэтому я вот остановилась, если выбирать доставку именно на «Перекресток» впрок. Мне нравится. Это не реклама, сразу говорю. Так, сейчас начнем с маленьких пакетиков. Положили молочку, молоко. Домик в деревне. Это все вот на 3000 ровно у меня вышло. Так, сыр вот такой вот взяла. Очень дешево был кусочек. И масло шоколадное к завтраку. А рулетик. Не знаю, в какой был упаковке, потому что дочь у меня начала уже разбирать. Не рулетик, а кексик с вареной сгущенкой. Вообще, что рублей 30. Так, дальше. Что у нас здесь? Девчонки, ананасы. Мне нравятся ананасы в «Перекрестке». Они обалденные. Очень вкусные и дешевые. 119 рублей. Вот такая прелесть. Вот, смотрите, я уже брала ананасы, они мягкие, они сочные, они спелые, вообще классы. За такую цену просто супер. Пакетики хлебобулочные изделия, здесь у нас пончики берлинские с кремом, две штучки, еще две штучки. И вот такая чиабатта с чесноком, мне очень захотелось попробовать, мне кажется, это очень вкусно будет. Еще здесь в другом пакетике два пакета Head & Shoulders, он был по акции, я его купила. Я люблю этот шампунь, периодически им пользуюсь, но сейчас давно не брала, и муж у меня любит. Следующий маленький пакетик – это колбасы. Я взяла вот такую грудинку в нарезке, это удобно. Хочу картошечку запечь в духовке, знаете, так целиковую, заворачивать в грудинку. Потом вот такая колбаска столичная нарезка, тоже по акции была дешево, рублей 100. И вот такая колбаска докторская, без усилителей вкуса. Кстати, вот это очень вкусная докторская колбаса, когда бывает по акции, я ее беру всегда. Еще огромный пакет, я взяла вот такие вот хлопья кукурузные. Взяла их для чего? Чтобы делать панировку и делать куриное филе в панировке из хлопьев по типу KFC. Вот именно для этого, потому что дочь у меня есть в основном шоколадные шарики утром. Вот. Такая огромная пачка для панировки. Ой, что тут у нас еще? А, это мука в отдельном пакетике. Мука закончилась дома, вся блинная вот такая. Так, вот отсюда кексик был. Вот второй такой же. Взяла из специй кунжут готовить. Так, и здесь упаковка у меня детской воды. 6 бутылок фрутоняня. Сейчас достану, покажу. Дешево она была, если брать упаковку. Вода всегда нужна. Очень удобно ее заказывать в доставке, потому что самой не таскать такие тяжести. И пакетик, он большой. Здесь у меня, смотрю, в красном рыбные всякие вещи. Я много заказала. Это кольца кальмаров. Панировки я не брала ни разу. Хочу попробовать, как они выглядят, интересно. О! Помогла мне достать, потому что я отвлекаюсь. Девчонки, сейчас прямой эфир идет с Путиным. Это очень, конечно, интересно. Сегодня 30 число. И как раз про вакцинацию. Так, смотрите, вот такие кексики еще. Сколько у меня тут много всего. Вот такая паприка сладкая. Тоже для того, чтобы делать наггетсы по типу KFC. Вот такую штуку взяла. Три бутылки. Смотрите, очень бюджетно. Вода артезианская. Плюс сок, мята и лимончик здесь. Здесь литр, мне кажется. Три штуки такие взяла. Еще одна на подоконнике. Такой рулетик из сладкого. Так, потом взяла вот такие дальневосточные рыбные филе. Когда некогда готовить, или бывает ребенок капризничает, знаете, не до этого. И вот такие крокеты лососевые. Две штучки, вот две пачки взяла. Тоже пусть будет, положу в морозилку. Это всегда пригодится. Так, ну и вроде все по доставке. Больше ничего не вижу, если дочь никуда не запихнула. Вот это все мне вышло на 3000. Я считаю, это на самом деле круто. Выбрала то, что мне нужно. Ассортимент в «Перекрестке» обалденный. Так, ладно, я пошла, побежала быстрее смотреть дальше Путина. Сейчас покажу вам пустые баночки. Я их сейчас в основном все выкидываю, которые не Фаберлик. Оставляю только те, которые вау или которые совсем не фонтан. Давайте начнем с не фонтан. Это Avon True.
Нутриэффект мицеллярка двухвазная с маслом. Ой, такое редкостное ГЭ, и глаза щипит. И масло вот это, ну не знаю, мне не понравилось. Я не взяла бы больше никогда такой продукт, который доставляет дискомфорт. Я люблю мицеллярки, которые глазки не щиплет, которыми снимать комфортно. Вот это масляная основа, не знаю, может, для возрастной сухой кожи как-то более-менее подойдет. Мне вообще не понравилось. Я ее допользовала. Она приходила в подарок еще, когда заказы делала в Avon. Допользовали и с радостью выкидываем. Вот такая вот новинка у них была. Так, эта серия, я не помню, как девчонки называются. Это средство для умывания и скраб для лица французский виноград. Здесь много-много частичек. Видите, какой он? Вот. Вот такой. Много частичек. И действительно пахнет виноградиком. Но абсолютно бесполезный продукт. Вот абсолютно. И как скраб, не скраб, потому что они какие-то, не знаю, не скрабирующие, не отшлифовывающие, слишком округлые, что ли. Может быть, вот для чувствительной кожи хорошо подойдет. Но я помню, на эту линейку так были задраны цены, а эффекта вообще никакого. И как средство для умывания, как-то, знаете, есть вот умывашки, которые до скрипа очищают, а это вообще никак. Просто никак. Тоже добило, в основном на тело, но и на лицо. Никакое средство вообще не советую. Вот если в каталогах вы еще не пробовали его, вообще не берите. Так, дальше. Дальше вау. Пилинг много раз вам уже показывала от Organic Zone, кислотный. Это с лифтинг-эффектом, с АХА-кислотами. Это самый лучший пилинг, который я когда-либо пробовала. Organic Zone есть на Wildberries, на Zone, насколько я знаю. Он очень крутой. Так, состав есть у нас здесь, да. Смотрите, у них составы вообще потрясающие. Просто потрясающие. Вот, кому интересно. Это самый крутой пилинг, который круто работает на лице, вообще потрясающий. Только этим пилингом пользуюсь уже больше года. В запасе стоит еще бутылочка точно. Так, моя любимая маска, освежающая экспресс-маска для лица. Это банька Агафи. Много раз вам про нее говорил. Девочки, кто попробовал, прям писали благодарности. Очень крутая маска. Продается в Ашане, Магнит Косметик, по скидкам. Недавно вам показывала, купила ее в запас. Она очень классная. На утреннее применение, если у вас немножко отекает лицо, или вы не выспались, не свежий цвет лица, да, вот эта маска все исправляет. Она слегка пощипывает. У кого-то, может, и не слегка, в зависимости от вашей кожи, да. Холодок. На жару она классно очень подходит. И выравнивает тон. И слегка сгоняет утренние отеки. Сейчас покажу, не покажу. Вот она такая голубоватая, гелево-кремовая. Очень крутая маска. Прям обожаю ее. Так, дальше. Дальше лак для волос любимый Тафт. Вот такой я беру темно-зеленый, либо салатовый. Это лак для объема. Он круто держит объем у корней. Вот этот воздушный объем для тонких волос. Сверхсильная фиксация. Он действительно фиксирует, не склеивая волосы. И объем у меня на моих волосах держится до помывки. То есть я делаю слегка прикорневой начес. Даже если вечером перед сном расчесываю волосы, не даже, а расчесываю, да, то с утра объем прикорневой держится. Очень крутой лак. Я перепробовала миллион лаков. Наверное, лучше его не нашла. И даже, наверное, искать больше и не буду. И пробовать. Самый классный. Так, дальше поехали. Вот такие две маски. Я не помню, где мы их покупали. Это Космия. Ой, Касима. Касима. Да, Касима. Самсунг. Вот даже оставила кусочек, чтобы не забыть вам сказать. Две тканевые маски. То ли в Фикси мы их брали, то ли в Магнит Косметик. Не помню, девчонки. Но если увидите, берите. Это безумно крутые маски. Они так круто работают на лице. И подтягивают, и выравнивают тон, и увлажняют. Ну просто вот лучше я не пробовала, честно. На моем лице вот эти маски сработали обалденно. Причем они бюджетные были. Рублей, наверное, 50-70 максимум. Обалденные маски. Где увидите, обязательно хватайте. И лекал у них супер. Так, и последнее, которое тоже вау, это Aqua di Gioia парфюм из Pidi Perish. Закончился у мужа. Мои парфюмы не так быстро, как его, почему-то кончаются. И он обалденный, девчонки. Это лучший мужской парфюм за последнее время. Я недавно видео вам рассказывала, когда свою парфюмерную полочку показывала. Он просто обалденный. Буду делать там еще заказ, обязательно мужу закажу. Мне так нравится, как он звучит, как он на нем звучит. Самый лучший парфюм, который я на своем супруги когда-либо чувствовала. Вообще обалденный. И стоит он копейки в Pidi Perish. Это аналоговая парфюмерия, аналог люкса, который по стойкости ничуть не уступает, который, ну, наверное, неделю держится на одежде, это минимум, вообще до следующей стирки. И на коже долго держит. Тут вообще одного пшика хватает, вот именно вот этот Aqua di Gioia. Он очень стойкий и обалденно пахнет вообще. Цены у них очень адекватные. Не то, что адекватная копейки, я бы сказала. За такие парфюмы просто. Я вот только парфюмы теперь у них заказываю. Больше нигде. Ни покупать, ни заказывать не хочу, потому что это люкс по цене смешной. Если кто не знает,
Ссылочки оставлю вам под видео для России, для Украины. И промокод у меня есть на скидку 10%. Пользуйтесь с удовольствием, заказывайте. Парфюмы у них действительно достойны. Кто девочки брал, еще никто плохого отзыва мне не оставил. Ну и на этом влог буду свой заканчивать. Надеюсь, вам было все полезно и интересно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.